вас частный дом, представьте, и вы смотрите на гору, то есть перед вами гора или холм какой-то, к вам вода будет приходить, согласны? То есть вода будет во время там таяния снегов, дождей и так далее стекать и приходить к вам. Это называется приходящая вода. Если у вас приходящая вода, это называется инь. В первую очередь придет репутация, стабильность, здоровье и статус. Во вторую очередь деньги. То есть сначала придет статус, потом придут деньги. Что значит, деньги придут позже. Если у вас наоборот, вы стоите на холме, на горе, и от вас, от дома уходит эта вода, уходит вниз, тогда что? Тогда это так называемая уходящая вода. Сначала придут деньги, потом придет статус. Окей? Что предпочтительнее в большинстве бизнесов, потому что если у вас какой-то стартап, если вы только начинаете, для вас критичным фактором является кэшфлоу, является критичным фактором уходящая вода.